На кольцевой трассе под Подольском участники шоссейной велогонки областной спартакиады. Длина дистанции для женщин 50 километров. Сейчас впереди спортсменка из города Гжеля Татьяна Морозова. На заключительном круге к Морозовой приближается Эмма Сухова. Все должно решиться на последних метрах. Смотрите, она настигла Морозову и опережает свою соперницу. Спортсменка из Раменского Эмма Сухова, чемпион спартакиады. У мужчин дистанция гонки вдвое больше, чем у женщин, 100 километров. Силы участников оказались примерно равными. Ни одному из велогонщиков не удается надолго закрепиться в группе лидеров. Лишь перед финишем определяется сильнейший. Победу в трудном соревновании одержал заслуженный мастер спорта Борис Бебенин.